Пятый забег. Даня Русакова по пятой дорожке, а Вероника Кэмпбелл-Браун по шестой. Да. Пятый забег. Далее Русакова. Олимпийская чемпионка Вероника Кэмпбелл. Не отобралась Вероника на 100 метров, была всего четвертая. Ну и майские спортсменки доказали, что поехали они туда не зря, заняли весь пьедестал почета на 100 метров. Поэтому Вероника, наверное, будет себя реализовывать на 200. Наталья Русакова. Ну, такой высокий результат у Натальи в этом сезоне, 23-13. Вот видите, вот список. Тех, кто попадает по времени. Вот, в принципе, он как раз 23-13 еще попадает, да, по времени. С лучшим результатом в мире 21.94. Пять лидером сезона. И сразу же со старта бросилась вперед. Наша Наталья выходит четвертой. Вот надо бороться. Может, да, может бороться, попасть. Надо. Ну, вроде бы все в порядке. Как раз в четверке. Третий финиширует Русакова. Молодец. Ну, а Вероника Кэмпбелл сбросила 23.04. Показала. Совсем юная спортсменка. Наверное, из тех развивающих стран, которые приезжают на Олимпийские игры не для победы, а просто для участия. Вот видите, может быть, что-то произошло на старте. Вот последний бегунь, видите, где она? Странно. Может быть, упала, просто мы не видели. У последней бегуни она бежит, совсем молодая спортсменка. Нет, ну да, но я имею в виду, мы видели уже на вираже, она проигрывает там 40 метров. Ну, мне кажется, это вот развивающие страны, которые... Нет, это понятно, да. Но они, наверное, имеют результат, я не знаю, у нее даже нет заявочного результата. Ой, Каролину Клювцу, господи. Извините, я перепутала. Ничего страшного. Ну вот, собственно, закончились все забеги. Здесь не так много по сравнению с мужскими. Всего 5 забегов. И все наши девушки прошли.